каждый выбирает для себя. Привет всем! С вами Александр Камаев. Поговорим о CrowdOne и его технологии взаимодействия с рынком онлайн-развлечений. Это не самый большой рынок по деньгам, но им интересуется очень много людей во всем мире. По известным данным аналитических сайтов, объем этого рынка в 2017 году составлял 108,4 миллиарда долларов, в 2018 – 134,9 миллиарда, и в 2019 году составит примерно 150-170 миллиардов долларов. Еще никто в мире с аналогичной технологией на этот рынок не выходил. Поэтому у CrowdOne нет конкурентов, и забрать несколько процентов этого рынка под себя не представляется сложной задачей на начальном этапе. Известно, что в конце мая компания заключила партнерские договора с 6 ведущими игровыми порталами, а в конце июня их число достигло 36. Темпы впечатляют. Предположим, что на начальном этапе только 5% рынка будут представлены на нашей платформе Apple Go. Это 7,5-8,5 миллиардов в год. За 5,5 месяцев примерно треть этой величины. 2,5-3 миллиарда. И, например, нашей компании игровые порталы отдают половину своих доходов за обеспечение трафика на их сайты. Это и партнерские доходы, и сэкономленный рекламный бюджет. Значит, за первые 5 месяцев компания получит только 1,2–1,5 миллиарда долларов. В свою очередь, CrowdOne 80% своих доходов отдает в сеть. Предположим, что половина доходов – это партнерские доходы, а оставшаяся половина – это капитализация компании, то есть доходы, распределяющиеся по долям прав собственности компании и партнеров, купивших один из 4 видов пакетов в период прелаунча, то есть до 31 июля включительно. По долям прав собственности первое начисление будет в ноябре за первый квартал работы компании, значит там будет распределено 80% от примерно 300-400 миллионов. Это примерно 240-320 миллионов евро. Примерное число таких партнеров на 31 июля может составить от 120 до 200 тысяч человек с количеством долей прав собственности от 50 до примерно 50 тысяч долей у отдельного партнера. Лично у меня, например, накопится к 1 августа примерно 1400 долей. Выплаты зависят от количества долей прав собственности на руках у конкретного партнера. И это количество можно вычислить только для пассивных, никого не приглашающих партнеров. Их у нас заметно больше половины. Я полагаю, примерно от 60 до 80% всего количества партнеров, и у них меньше половины всех долей прав собственности. Имея все это в виду, можно оценить величину предполагаемой первой выплаты в ноябре. Вторая выплата в феврале 2020 года будет существенно больше. И далее из квартала в квартал выплаты будут расти, потому что компания будет охватывать все более заметную часть рынка развлечений онлайн. В зависимости от времени покупки, чем раньше купили, тем больше получили, купившие белый пакет получат от 220 до 55 евро, купившие черный пакет получат от 660 до 165 евро, купившие золотой получат от 2080 до 550 евро. И купившие титановый пакет получат от 3894 до 1925 евро. Если им повезло купить пакет во время одной из акций удвоения долей прав собственности, то их выплаты будут вдвое больше. Очередная такая акция заканчивается в это воскресенье, 7 июля. Не пропустите, если еще не с нами. Я сам воспользовался акцией и дополнил пакет на 200 евро до черного, получив удвоенные права собственности. Пассивный партнер, купивший черный пакет сегодня, воспользовавшись акцией удвоения, получит в ноябре первую выплату немного больше 700 евро. Я сам в ноябре получу 1500 евро. Все это только половина доходов компании, распределяемая по долям прав собственности. Есть еще партнерские доходы от сторонних игровых компаний, 80% которых CrowdOne тоже отдает в сеть партнеров. Это другой принцип распределения доходов.
В получении партнерских доходов участвуют только партнеры, зарабатывающие по нашему бинарному плану и продвигающиеся по уровням карьерной лестницы, то есть приглашающим других людей в краудван. Все очень четко, взаимно согласовано. На каждый из 10 первых уровней приходится 5% от суммы партнерских доходов компании, направляемых на эти цели. На каждый из последних 5 уровней приходится по 10% от суммы партнерских доходов компании, направляемых на эти цели. Для квалификации на каждый следующий уровень необходимо заработать по бинару в 2 или в 2,5 раза больше, чем было заработано при предыдущей квалификации. Поэтому число партнеров на каждом следующем уровне более чем в 2 раза меньше, чем на предыдущем уровне. А общая сумма партнерских доходов на каждом уровне одна и та же. Значит, каждый раз, переходя на следующий уровень по карьере, вы получаете более чем в 2 раза больший партнерский доход. На сегодня у нас примерно 100 партнеров на 8 уровне, менеджер 2 звезды. На первом уровне у нас примерно 27 тысяч партнеров. К 1 августа и далее это количество, полагаю, удвоится и будет расти дальше. Партнерский доход компании тоже будет расти, достигнув за 5 месяцев в конце года 600-800 миллионов. Выплаты будут идти по расписанию наших внешних партнеров, игровых порталов, сайтов и так далее. Первая выплата может составить, например, 20-ю часть этой суммы, примерно 28 миллионов евро. Тогда первая выплата партнерского дохода даже на первом уровне карьерной лестницы у тим-лидера одна звезда будет больше 26 евро. И за каждые следующие 2 недели эти выплаты будут постоянно расти. На каждом следующем уровне карьерной лестницы этот доход будет вдвое больше, чем на предыдущем. У меня, например, если я к августу не успею дойти до 4 уровня по карьере, этот доход составит, видимо, больше 280 евро. И за каждые 2 недели он будет плавно расти, если нет перехода на следующий уровень. Этот доход будет у всех активных партнеров, заработавших по бинару больше 50 евро, независимо от долей прав собственности. На эти доходы, которые мы начнем получать уже в августе, потянутся люди, потому что нет ни в какой другой компании мира таких щедрых выплат с самого начала. Достаточно пригласить парочку активных партнеров, или троих-четверых не очень активных, чтобы начать получать этот доход регулярно. В это просто невозможно поверить сейчас. Но в августе начнутся выплаты, и это станет фактом, от которого будет невозможно отмахнуться. Тогда для тех, кто уже с нами, наступит долгожданная пора выстраивания очереди из желающих присоединиться к CrowdOne. Так я думаю. Кто уже сейчас хочет присоединиться к CrowdOne, милости просим. В описании под видео есть все необходимые данные, включая мои контакты. Можете звонить, поговорим, отвечу на любые вопросы. На этом я закончу. Всем успехов и процветания. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.